если где-то в пучине веков или отыщется в скорости вдруг та причина и суть, почему с кругов выбираем привычный мы круг. Кем заложен был этот священный канон, что так бережно чтим мы сейчас? Даже звезды и тени не нарушат закон, так как очень похожи на нас. Они как мы, только дальше живут, и неяркий свет доходит без ретуши фальши до нас через тысячи лет. Их жизнь не похожа на наши, и тоже, наверное, страдают от вечных кружений раньше. Все вращается в космосе и на земле, жизнь подчас крутит нас колесо. И порой повернет так, что кажется мне, что судьба моя вновь на излом. Только знай, она жизнь не в обиде, мой друг, ведь другой не примерит замен. И не так уж и плохо этот жизненный круг, может, звезды удачно примет. Они как мы, только дальше живут, и неярких свет доходит без ретуши фальши до нас через тысячи лет. Кружений раньше, порой небосклон покидает.